В начале ноября на стройплощадке жилого комплекса «Ветер перемен» устроили в прямом смысле слова «День открытых дверей». Название акции говорит само за себя. Впервые все желающие смогли собственными руками, глазами и, конечно же, измерительными рулетками оценить все достоинства строящихся квартир. Будущие жители комплекса вместе с теми, кто еще только собирается приобрести жилье в этом квартале, заглянули в парадные, с удовольствием прогулялись по этажам, сделали замечательные селфи, осмотрели готовые квартиры – и еще раз убедились, заявленные в проекте метры полностью соответствуют реальным показаниям измерительной рулетки. Между тем, строительная готовность комплекса «Ветер перемен» уже 70%. Основные работы практически завершены. Установлены межкомнатные перегородки, монтируется система отопления, идет залитие стяжки, заканчивается установка стеклопакетов. Полным ходом идет и подключение ко внешним сетям. Важно, что при строительстве жилого комплекса «Ветер перемен» использованы самые современные материалы и технологии. К примеру, межкомнатные перегородки выполнены из камней «Полигран», а стеклопакеты марки «Виндорс». В системе отопления применена эффективная горизонтальная поквартирная разводка. Тепло в каждую квартиру поступает от коллектора отопления, который есть на каждом этаже. В целом, все, кто побывал на дне открытых дверей, получили огромный заряд позитива. Отныне эта акция станет регулярной и в следующий раз состоится уже в декабре.